Разуваться не надо. Так, проходим уже все. Ну, как бы я с ребятами поговорил, с вами еще не говорил. Ну, рассказывай. Ну, как бы вот все перед вами. Коллеги или что? Это младший научный сотрудник. Да не решай. Покажи на камеру. Еще есть такие? Нет. Патроны 5,6 мм. Дайте, может, я его вам разверну. Да не надо. Это прибор для приведения в действие электрическим способом. Угу. Скажите, откуда у вас эта книга? Сначала, вот, на канале «Артподготовка», в комментарии в первом самом популярном была закреплена вот такая вот ссылка. Я перешел по ней. Открылась вот эта страница, которую вы видите. Я нажал на одну из этих самых, вот этих вот штук, и решил посмотреть, что там есть. Угу. Для чего? Ну, интересно посмотреть. А почему артподготовка? Вы общаетесь как бы или состоите? Да не состою я вообще. У вас просто и эмблемы, вот мы заметили, есть. Ну, они всем давали. Всем давали. Вот. Ну, я просто взял. Федор, а когда собрание было? В воскресенье. Вот. Ваша страница ВКонтакте, Федор? Ну, да. А что вы собирались обсуждать при встрече? Вот? Поговорить просто. Можно пояснить? Вот прочитай прям дословно, что ты ему ответил. Что он тебя просит что-то изготовить. Да, ну вот я так, просто чувак, но он готовится, хочет парочку бутылок сделать. Я вот с ним обсуждаю, стоит ли рисковать или шмонать могут. Парочку бутылок хочет сделать чего? Он вообще говорил о зажигательных смесях, коктейлях Молотова. Я ему говорю, ты что, дурак, окстись вообще.